Так, ну, друзья, для фаршированных, для печеных перцев нам понадобится перцы, сыр, лосось, порезанный маленькими кусочками, примерно сантиметр на сантиметр, и обжаренный с луком. Сейчас мы сюда добавим. Я покрошил зеленый лучок и порезал один помидорчик. И теперь все это дело нам нужно заложить в эти половинки перцев. Так, ну вот, народ, делаем корзиночки из фольги, укладываем в них перцы, накрываем их сверху сыром, закрываем шарабан и ставим на угли. Пропекли. Сейчас я их вытащу, положу в тарелочку. Сазанчик, он кипит, зашарабанился попутно заодно. Почему-то сыр не расплавился. Да не понял, сказали, мягкий, должен растечь в магазине. Да, температура низкая была. Ну, сейчас посмотрим, что получится, достану. Вот такие вот фаршированные перцы с лососем, сыром, подкопченные на яблоневой стружке. Вот, смотрите, сок с них бежит. Все там у них есть. Очень сочные, пахнут обалденно. Но запах не передает камера. Попробуйте сами, и уверен, вам понравится. Приятного аппетита. А я пошел жарить шашлыки из рыбы.